Сегодня у нас свершилось чудо. Я наконец-то нашел и купил аккумуляторы на мини-болгарку Bosch. И поскольку всем нравится про болгарки, то вот у нас есть Bosch наконец-то. Он теперь не будет просто лежать, а он будет сегодня у нас даже какую-то работу работать. Есть второй аккумулятор, есть зарядное устройство. Вот такенное, короче, вот такая коробища. У нас по-прежнему есть не только вот эта вот часть, но и есть простормер, который мы так и не отправили. Так что мы его тоже можем сегодня вот так вот рядышком поставить. Пускай постоит, пособирает пыль. И по многочисленным просьбам трудящихся у нас сегодня, смотрите, что есть. Милуоки. Ну, к сожалению, у нас сегодня нету Хилти, но, как вы понимаете, нам же нужно все-таки растягивать наш сериал. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь нам пришлет и Хилти, потому что покупать за свой счет коммерческий электроинструмент, который все хотят непонятно почему, потому что он, видимо, дорогой. Кстати, вот, Вован, у нас тут как бы с тобой была как-то, да, был диалог. Почему Милуоки хороший, Вовка? Потому что дорогой. Милуоки — это что, это Америка или Германия? Это что-то хорошее. У нас будет снова мини-болгарка DeWalt. И в который раз у нас нету диска по керамике. Там плиточники писали, типа, а покажи, как она по керамике работает. Пацаны, я бы с радостью. Но вот сегодня я поехал к себе в мое село-деревню под названием Саки. И вы не поверите, но большинство продавцов, когда я сказал, есть ли у вас диск по керамике 1076, они такие... Чего? Как? Это что? Куда это? На мини-болгарку. На кого? Мини-болгарка та, которая 125-я? И я такой посмотрел на них и понял, что как бы дальше о чем-то говорить вообще не имеет никакого смысла. И, в общем, может быть, когда-нибудь мы доживем до времен, когда у меня будет все-таки диск по керамике, и мы все эти болгарки сможем испытать на всяких вот этих вот плитках и на вот этом все. Сегодня, к сожалению, нет. Очень много у кого пригоряло на тему того, что Матвеев! Ты чё вообще, шо ли? Куда ты нахрен сравниваешь, типа, короче, 18-вольтовую мини-болгарку там и бошевскую, сколько тут вольтов, 12-вольтовую. Понятное дело, что это слабее, чем это. Конечно, будет слабее. А что вы, собственно говоря, от меня хотите? Если DeWalt делает только 18-вольтовые, а Milwaukee и Bosch и все остальные делают только 12-вольтовые, с чем сравнивать? И знаете, почему я имею полное право? Заходим мы на сайт на какой-нибудь, а вот у нас Bosch. И вот он тут стоит 16 рублей. Вот зарядная. И вот так вот. Вот это уже за отдельную денежку. А вот у нас Милуоки. Чемодан, зарядное устройство, два аккумулятора. Один 2 ампер-часа, другой 4 ампер-часа. И внезапно 44 тысячи рублей. Открываем DeWalt. DCS 438. Раз, два, три диска. Еще раз, два диска. Потом один аккумулятор. Одно зарядное устройство. 25 тысяч рублей. Причем аккумулятор, прошу заметить, не 12, а 18 вольт, и не каких-то там 4 ампер-часа, а 5 ампер-часов. И как бы учитывая, что эта штука дает защеку вот этим всем штукам, то в принципе и не так и дорого получается. И вот сегодня мы вот обратно будем сравнивать то, что сравнивать нельзя, потому что могу себе позволить. Кто мне запретит? А теперь мы, как говорится, начинаем. И с чего мы начнем в первую очередь? Это вот с того, что как бы при ближайшем рассмотрении, если взять Bosch и Milwaukee, то здесь как бы разница видна неочевидным глазом. Ну, вы поняли, о чем я. Ну, а так, если разобраться, то как бы тут надо смотреть немножко в другое место. Берем два аккумулятора рядышком, и я вот так вот еще поверну. Оп. То есть вот тут как бы напрашивается закономерный вопрос. А кто у кого подрезал? Потому что, ну, понятно, что тут у каждого аккумулятора внутри три элемента. Я веду к тому, что не находите ли тут одинаковых технических решений, то есть такие же направляющие, точно так же тройная контактная пара, точно так же плюс-минус вот здесь. И единственная причина, по которой невозможно вставить эти аккумуляторы помененными местами, это то, что вот здесь вот есть вот такой торчок, вот он, жомопель-торчок, а здесь его нету. Кстати, прошу обратить внимание. Да что там это, подточил немножко туда-сюда. Ну, по сути, да. То есть берешь напильник и напильником дорабатываешь. Причем дорабатывать, кстати, не так и много придется, потому что, по сути, вот здесь вот надо вот этот ограничитель внутри зарядного устройства спилить. Все начинает подхаживать резко. Помимо этого, есть еще тут как бы и дизайнерские отличия. То есть, видите, у этого скос сюда, а у этого скос сюда. Ну, чтоб точно не подошло. То, что кто-то у кого-то чего-то подрезал, это 100%. Наконец-то у нас есть возможность послушать, да?
Ну, кстати, к чести сказать, работает очень тихо. Базара ноль. И здесь? Здесь типа плавный пуск. Но на самом деле его нету, просто как бы включается плавно. А регулировки оборотов нету. А здесь у нас есть регулировка оборотов? Я уже не помню. Не, нема. Но здесь звук такой, как будто она взлететь пытается. Лось, сила. Ну что, давайте снова сравнивать несравнимое. Ну, с мощностью тут все понятно и так. Все, кто смотрел предыдущий видос, я думаю, им даже объяснять не придется. А вот шо, как говорится, с энергоэффективностью? А с энергоэффективностью можно у нас понять чего, только если взять и что-то резать. Поскольку эта штука в любом случае какая-то игрушечная, что какая-то, вполне себе конкретно игрушечная, то будем резать что-то, в принципе, сопоставимое. То есть у нас вот тут есть кругляк 10-й, и давайте попробуем его нашинковать. Сколько вообще хватит одного аккумулятора? Это вот такая унылая фигня на самом деле. Ну, людям нравится что. Ну, так. Короче, много может нарезать. А все. Или она перегрелась просто. А, вот где перегрев. 60 почти. Ну, воняет прям палененьким. Сейчас как пыхнет мне в харю. A few moments later. Тем временем, пользуясь тем, что у нас здесь условно все остыло, представим себе на секунду, что на стройке был обеденный перерыв. Берем и пытаемся, собственно говоря, сделать вещи все на том же аккумуляторе в надежде понять вообще, насколько его хватает. А, кстати, это ж на этой штуке. Она, в отличие от Bosch, умеет так же точно, как DeWalt. Смотри. Я забыл. Но от того не легче, она все равно ни хрена не пилит. Я даже не знаю, есть ли смысл продолжать. Да нет, конечно. Но это дуристика полнейшая вообще. Ну и что, что у него есть здесь реверс, типа как на DeWalt. Типа можешь пилить в любую сторону. Но редуктора-то нету. То есть как бы, ну тут и так все понятно. Это вот, кстати, коротко о том, когда у тебя очень слабенький аккумулятор, а от него нужно забрать много мощности, и он не вывозит. И у тебя греется не двигатель, а элемент питания. Ну что, погнали. Тяжко. Я сейчас не удивлюсь, если она на 7-й точно так же скажет «до свидания». То есть вот у нас сейчас как раз ровно. И там 6, и там 6. И емкость такая же батарейки. И емкость такая же, мощность только меньше. Давай, не давай остывать. Блин, я почти не давлю. Вот вообще, просто вот... Пытаюсь сделать так, чтобы она хоть как-то пилила. Потому что вот если взять и... Ну вот.
Не, ну блин, это мучение, слушай. Вот если бы ты давил, она уже, мне кажется, подсела бы. Так я отрезать не могу. Та же самая проблема. 56 градусов. Даже дохлый моторчик бошевский, он слишком сильно мощный для такого аккумулятора. Интересно, что мешало их сделать больше, 6 элементов? Ты у меня не спрашивай, ты спрашивай у производителя. Вот там многие, кстати, критикуют DeWalt, типа, а, такое доробло, нафиг оно надо? Типа, сама болгарка больше, чем диск. Да, окей. Давайте рядышком поставим Milwaukee. Сильно? Кто? Кто из них больше здесь? Допустим, если вы вдруг не знали, то у Milwaukee есть аккумулятор на 4 ампер-часа, который повторяет форму и размер ручки DeWalt-овской. А здесь у тебя как бы это все съемное становится компактно. Ну так ты пытаешься это залезть обычно вот этой вот частью куда-то. Все, что с этой стороны, как бы и пофиг. И я, кстати, сейчас пока пилил, знаешь, о чем думал? Это вот, не дай бог, было бы так... В нашем мире, если бы были только вот такие болгарки. Это ж вообще издевательство было бы. Вот такой вот галиматью работать, там пилить какие-то металлоконструкции, да ты же вообще, да долбанешься просто. Ты к концу дня устанешь от того, что она нихера не вывозит. Игрушка для очень обеспеченных строителей, у которых в детстве не было болгарки. Вот они хотели, мама просили, мам, купи мне игрушечную болгарку. А мама такая, нет, не куплю. Штука для очень обеспеченных людей, которые могут себе позволить купить игрушку за 44 рубля в полном комплекте, чтобы делать ту работу, которую можно сделать любой другой болгаркой. Что, в принципе, наша, вот, допустим, крымская реальность хорошо доказывает. Ты приходишь на рынок, просишь диски 10 на 76, а никто не знает, что это такое. Они не нужны никому. Да, это при том, что у нас темпы строительства в Крыму такие, что мое почтение, как в Москве. Берем, ставим. Специально поставил 2 ампер-часа. Понятно, что 2 ампер-часа и 18 вольт – это, как говорится, две большие разницы между 2 ампер-часами и 12 вольтами. Да, я знаю. Но я вам уже сказал. Поехали. Допиливаем то, что не допилило это, как ее. Боже, не допилил. Причем заметь, как быстро. Пруток, падла, подогревается, начинает закусывать. Не хочу пилить сюда, хочу в другую сторону. Ладно, давайте в другую сторону. Упирается. И я уже не вижу никакого смысла продолжать. Это при том, что осталась одна палка еще. По температуре посмотри. А, вот он уже моргает, типа... А, да. Типа, давай это самое, заканчивай. Ну, я, в принципе, и закончу. Давай сейчас ради интереса подкинем какой-нибудь другой аккумулятор. Подожди, померяй температуру. Да, 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 я помню. Сейчас, не успеет он так быстро стыть. Успеет, успеет, все, уже остыл. Задолбал. 53, 51. Ну да, горяченький. И вот кто бы там что сейчас мне не говорил, что Матвеев, ты там сравниваешь несравнимое, дайте мне сравнимое, и я буду сравнимое сравнивать. Но его же нету физически. Вот эта штука, при том, что она находится по ценовой категории между Бошем и Milwaukee, эта штука в два раза быстрее, в полтора раза энергоэффективнее, и я думаю, что раза в 2,5 мощнее. При том, что как бы я сейчас ставил самый дохлый аккумулятор, который только в принципе можно было поставить. А у нас вот есть, допустим, PowerStack. И вот сейчас вот ради интереса можно махнуть аккумулятор, ой, этот диск отрезной, да? Ну да. И чисто поржать. А вот у нас еще один диск есть. Кстати, я забыл сказать, что у нас все диски одинаковые здесь сегодня, потому что у нас в принципе других не продается. Это самые дешманские диски, которые только могут быть. Если раньше там в году, в 19-м, можно было сказать, что Матвеев продался DeWalt, то, да, я не отрицаю, как бы. Я продался DeWalt, я думаю, что любой, кто говорил тогда мне, что я продался, сам бы был не против продаться, но его почему-то не покупали. А сейчас, как бы, при том,
учете, что я не могу уже до Волто продаться, потому что он ушел-пришел, я могу только сказать спасибо клубу мастеров, которые любезно предоставили мне вот этот вот экземпляр, для того, чтобы я мог объективно про него рассказать, и не пытаясь сейчас между ебаных прыгать, для того, чтобы угодить рекламодателю и покупателю. Они сказали мне так: вот тебе штука, говори про нее, что хочешь. Нам как бы это сильно не помешает продавать ее максимально эффективно, потому что все прекрасно знают, что такое Милуоки. Так что ссылочку на ребят я оставлю в описании, а мы вернемся к теме нашего разговора, что даже в тот момент, когда мне никто не платит, условно, из заинтересованных лиц, в частности DeWalt, который и тогда мне ничего не говорил делать что-то по какому-то ТЗ, я буду продолжать говорить, что DeWalt всем дает за щеку с двух ног. И если кто-то хочет с этим поспорить, вы можете поспорить, конечно же, но я не знаю, как у вас это получится. А у нас тем временем зарядился PowerStack, и мы сейчас будем продолжать давать за щеку всем остальным. PowerStack, господа, новый тип аккумулятора, специально разработанный DeWalt под свою линейку инструментов. Подходит как к старому электроинструменту, так и к новому, только еще веселее. А мы продолжаем Раз. Даже ускорять ничего не надо. Два. И зима. Давай в другую сторону. Три. Ну, о чем мы здесь сейчас говорим, господа? Четыре. Я не думал, что в этом видосе будет вообще хоть какая-нибудь возможность вот эту нудятину не ускорять. Но оказывается, она сегодня у нас, вот видите, есть. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Я не уверен, но, по-моему, на этой штуке, которая меньшую емкость имеет, я пилю раза еще в 2,5 быстрее, чем на вот таком аккумуляторе. Ну, блин, ну реально, ну о чем мы здесь сейчас говорим? Ну, я не знаю, неужели для кого-то здесь, сейчас смотрящего этот видеоматериал, до сих пор выбор не очевиден? При том, что я здесь сейчас не пытаюсь никому вот это вот впарить. Не покупайте DeWalt, пацаны. Он дорогой, безумно и бессмысленный. Покупайте ProStormer, дешево, сердито, народный инструмент. Десять. Нет, DeWalt говно. Определенно. Сейчас подключится другая аудитория, Вован. Будут писать. Ну вот, Матвееву перестали платить, он теперь называет DeWalt говном. Там ProStormer зарядился, да? А, да? Зелененьким горит. Отлично, тащи. Значит, готово. Знаешь, это тот случай, когда болгарка, которая физически и вообще, в принципе, во всем в два раза меньше полноразмерной 125-й болгарки, пилит с той же скоростью, что и полноразмерная. Я сейчас нажимаю на кнопочку, и батарейка такая: ну что ты там пилишь? Да мне вообще насрать. Это уже в три раза больше, чем любая из этих поделок. Это при том, что здесь как бы в полтора раза выше вольтаж всего лишь. И емкость меньше. И еще две палки. Да, ё-моё. То есть я сейчас спокойно еще 20 отрезать могу. Короче, заодно и PowerStack протестили. Ну, типа, да. Ну, как бы они про это и говорили. Да. Я с Мишей, когда разговаривал, он рассказывал, что типа PowerStack — это вот прям революция в аккумуляторных батареях.
Потому что вот это уже реально архаизм. Это как, я не знаю, как USB 2.0 в нашу современность. Когда мы говорим про компактный электроинструмент, у которого имеет большое значение не только вес, но и компактность самой батареи, в принципе, при высоком токе отдачи, то здесь уже нужно что-то новое придумывать. Они недолго думали, они взяли и собрали аккумуляторную сборку на базе форм-фактора, типа как в мобильных телефонах. То есть бутерброд из большого количества плоских аккумуляторов, литий-полимерных, по-моему, я не знаю даже, не вдавался в подробности. Но вот они при меньшей емкости, казалось бы, да, 1,7 ампер-часа, а при 18 вольтах, у них отдача тока такая сумасшедшая. А, кстати, секундочку, коротко о перегреве. Сколько там? 37 градусов. Она ни хрена не греется, понимаешь? При том, что она отдает бешеный ток, что она дольше работает, дольше держит. Вот просто магия, понимаешь? Технологии. Да, магия и технологии вне Хогвартса, вот наглядно, как говорится. Так, ладно, это все понятно, хватит хвалить дорогую. Давай, простормер, да? Теперь вот реальные вещи. Давай. В студию. Вот это, народный инструмент. Дешево, сердито. Я, кстати, да, я продолжаю напоминать вам, что я нисколько не собираюсь критиковать просторную. За те деньги, за которые эта штука продается, к ней, как а я за уже... сколько она продается? Я уже не помню, но это просто шапка Сухаревого. Да. Нифига себе, у них тут, глянь, линейка. По-богатому. И сейчас мне начнут писать, типа, давай, короче, вези это сюда все и проверяй, как это обычно будет. Но это будет потом, когда-нибудь, никогда. Так, а где же... А вот она. 3600. Вот, что-то такое было. Вот. Я сейчас буду ружать. Если он ровно столько же отпилит. Как Bosch. В смысле 6 штук, да, как Bosch. И умрет. Навсегда. Даже если он навсегда умрет, то как бы и не жалко. Вообще, в принципе, этот инструмент из разряда, типа, далеко бежать за большой болгаркой. Достал из кармана и отпилил гвоздь, торчащий из стены. Все. Ну или это, если кто-то припарковался неудачно, можно заявить о себе. Не ставь здесь машину. Так, а мы начинаем продолжать. Один. Я вот специально прямо на таймлайн накину себе там и буду сравнивать, сколько мне надо времени, чтобы отпилить то же самое вот этим. Вот прям очень интересно. Ну вот простормер пока раз. Блин, каждый отрезанный пятачок как маленькая победа. Давай померим прямо уже сейчас. Ай, блин. О-о-о. Контактная пара вообще капец нагрелась. А ну, на сколько? 50 градусов. Ни хрена себе. Контакт получается, ты когда вставляешь батарею вовнутрь, вот здесь прищепка с двух сторон. То есть, грубо говоря, вот так шлиц, и она вот так вставляется. А здесь контактная пара просто касанием, вот так. Еще одна маленькая победа. Че так долго? Все? 4. Ну что-то мне кажется, 6 не будет. Давай, родной, мы не закончили. 80. О. Но, прошу обратить внимание, мы здесь сейчас меряем непосредственно температуру на плате, поскольку у нас есть такая возможность. Если померить вот так, то все те же 50, 53. Едем дальше. Еще одна маленькая победа, итого уже 5. Будет 6? Может быть, если повезет. Не считается, закусило. Не считается, нет. Шесть. Тут надо сразу оговориться, что как бы, чтобы вот это сделать этой болгаркой, это надо быть прям вот искусным болгарином. Сейчас вот на вот эту вот штуку разбери аккумуляторную сборку, поставь вот эти вот аккумуляторные батареи отсюда-сюда. Ну да. Она будет пилить так же точно, как вот эти вот две штуки, которая стоит одна 44, а вторая 25 в полном комплекте с двумя аккумуляторами, для того, чтобы у вас была возможность успевать вообще хоть что-то делать. Потому что если есть всего один аккумулятор, как в нашем случае, вот у нас есть Милка, есть один аккумулятор, есть одно зарядное устройство. И получается, что чтобы сделать ту же самую работу,
Я уже сейчас не говорю даже про время затраченное, а вот просто ту же самую работу, которую может выполнить вот один DeWalt с двумя аккумуляторами и зарядным устройством, вам надо одна Milwaukee и один Bosch. И вот, наконец, я таки пришел домой, смонтировал этот видос, потом пришел в себя и закинул на таймлайн футажи снятого материала в порядке возрастания времени, потраченного на один рез. Тут хочу заметить, что я выбрал лучшее время для каждой мини-болгарки, и вот здесь можно наглядно увидеть, кто и во сколько раз кого дрюкает по скорости. В топе безоговорочно находится, конечно же, DeWalt с батареей PowerStack и временем реза чуть больше 5 секунд. Вторым идет Milwaukee, которая пробивает DeWalt по времени почти в 3 раза. Третьим удобно расположилась и отсасывает Makita со своими 36 секундами. Ну а четвертое место законно занял ProStormer с 42 секундами, которому, как я говорил, за его деньги никаких претензий. Победил снова DeWalt? Вот это поворот, вот это неожиданность, да? Как-то. В который раз 18-вольтовый инструмент победил у 12-вольтового. Ну а у нас еще осталась тема про керамику. Может быть, когда-нибудь. И может быть, когда-нибудь мы закажем весь ProStormer ради интереса, потому что, как выясняется, оказывается, инструмент-то народный. Продают везде, и на Озоне, и на ВБ, и на Авито. То есть, как бы, наверное, ж продается, раз продают. Обычно ж не продают то, что не продается. Логично? Логично. Вовка, давай ты там. Дешево сердито, что? Я за. За народность. Конечно, ты за. Эксперименты. Все же тебе остается потом. А, мне потом? Вообще замечательно. Тогда тем более за. Вот. Ну и все. У нас на этом сегодня.